Хорошо. Есть демонстрация экрана? Хорошо, мы сегодня проходим тему, посвященную бхавам. Мы прошли классификацию домов основные Киндради, Парушартха. В основе Парушартхи лежит стихия. Все дома дхармы по природе огненные, поскольку дхарма естественное выражение огненной стихии. Все дома артхи в основе своей содержит земляную стихию, поскольку принцип артхи, выражение прочного элемента земля. То же самое дома камы, это воздух, и дома мокши в основе содержит водный элемент, который по своей природе связан с чуткостью и основан на эмоциональности, на неких переживаниях. В случае с домами камы, в основе которых воздушная стихия, там тоже есть эмоции. Но там эти эмоции, как я объяснял, являются выражением ветра. Это просто более поверхностный уровень. Это просто эмоция, как некое экспрессивное чувство. Но в случае с домами мокши речь идет не просто о эмоциях, а под эмоциями подразумевается здесь как бы основа переживаемого бытия. Например, дома, водные дома, это четвертый, ну, как бы эти, дома мокши,
четвертый, восьмой, двенадцатый. И чтобы переживать эти состояния, например, счастье четвертого дома, или ну, чувство уюта, безопасности, да, например, четвертый дом. Вот вы должны представить, как вы себя ощущаете в этом состоянии, в четвертом доме. Безопасность, комфорт, уют, счастье. И отмотать еще чуть-чуть назад и понять, чем вы это переживаете, чем вы это испытываете, как вы это испытываете, как это происходит. И вот тогда мы придем к природе ума, что вы это переживаете всем своим как бы естеством. То есть вот это водный элемент. В отличие от стихии воздуха, где какая-то эмоция является просто реакцией на какой-то внешний или собственный даже внутренний раздражитель. Это естественная реакция вот этого воздуха. Так что мы прошли Кендради, классификацию, Пурушартху. И сейчас рассмотрим очень важную тему. Которая лежит в основе всего понимания джотиша и руководствуясь этим пониманием, посредством которого мы будем все вот сейчас рассматривать, нужно стараться пользоваться. Ну, в общем, посредством этого понимания нужно как бы это определенный способ. В общем, не суть. Не знаю, как правильно слово подобрать. Все, я думаю, и так, в принципе, должно понятно быть. Значит, бхава. Центральное понятие для всего, для всей жизни. Потому что вся жизнь – это не что иное, как бхава. Бхава – значит переживание. В вашей жизни нет ничего, кроме переживания. Все остальное является либо атрибутами этого переживания, либо его внешними проявлениями, либо факторами, вызывающими это переживание. Но так или иначе, реальным является только переживание. И вот именно это и лежит в основе слова «бхава». Что бхава – это нечто реальное. Как я уже объяснял, есть корень «бху», означающий нечто существенное, реальное, как бы существующее, некое существование. И слово «бхава» образовано от вот этого корня. Поэтому «бхава» означает, то есть, как бы переживание. Но вот мы при помощи этой этимологии можем понять, что подразумевается под этим переживанием, под этим словом. То есть переживание – это нечто вот реально существующее. И, как я сказал, вся жизнь – это переживание, что и отображено вот в схеме карты астрологической. Вот, как вы видите, вот этот квадрат, да, поделен на 12 бхав, и вот кроме этого больше ничего нет. Вот это все, что существует в жизни индивидуальной каждого, что существует там
в любой другой проекции этой жизни, типа до масштабов космоса, точно так же. За пределом вот этого деления ничего не обнаруживается. Но что испытывает переживание и что является этим переживанием, кто является этим переживающим, все это одно и то же. Это сознание, мы по-русски называем это сознание, и в этой астрологической схеме это сознание будет соответствовать вот этому белому фону в этой карте. Это наша жизнь. Это вообще все, что... То есть это наша жизнь, а наша жизнь означает, что это все то, что может быть переживаемо. За пределом переживания жизни нет. И вся наша жизнь, кажется разной, да, например, потому что это единое сознание, которое мы переживаем, поделено на 12 секторов. 12 бхав. И, соответственно, на санскрите граха, планета, да, означает захватчик. Но захватчик, это просто перевод, как бы эквивалента не подобрать этому слову, в принципе. И граха означает как бы тот, кто удерживает. И поэтому грахи располагаются в разных бхавах. И, соответственно, сознание, вот это, да, сознание удерживается в этих состояниях при помощи тех или иных грах. В то время как сами грахи представляют собой разные, как бы, проекции или аспекты этого сознания. Только грахи. То есть в реальности существуют разные ипостаси наших переживаний. Да? Мы себя живем как Солнце, мы себя ощущаем как Луна, мы себя ощущаем как Марс, мы себя ощущаем как Меркурий. Это интеллект с его навыками разными. Мы себя ощущаем как Юпитер, как Венера, как Сатурн. Вот это основные 7 грах, относящихся к аспектам сознания. Раху и кету относятся к уже фактору, связанному с таким немножко напрямую к личности не относятся, можно сказать. Они не являются естественными, как бы, нашими органами сознания. То есть грахи подобны органам сознания таким. И вот за пределами вот этих, которых я кратко перечислил, грах, других возможных вариантов существования бытия не может быть. То есть это реальность. Реальность — это 12 бхав, 9 грах, и 12, соответственно, знаков, которые мы еще не затрагивали совсем. И грахи удерживают сознание. То есть мы сейчас, по сути, рассматриваем как бы устройство бытия, как оно происходит.
Джетиш — это глазовед. Это абсолютно предусмотрено, естественно и логично, что Джетиш это показывает. И грахи удерживают сознание сквозь свою, каждый через свою, со своей призмы, на тех или иных бхавах. И Пуруша, космос, переживает. То есть Пуруша — это вот этот белый экран. И этот Пуруша в соответствии с этим вот раскладом получившимся, где какие грахи расположились, в каких бхавах они удерживают внимание, энергии сознания, насколько они сильны или слабы, что зависит от знака, насколько все вот это происходит, там эти грахи могут друг с другом соединяться, образовывать разные там комбинации специфические и вести свою вот кармическую игру. Потому что грахи, я объяснил это как аспекты сознания, но грахи это не только так, грахи это еще и самостоятельная линия кармы. Есть карма по линии энергии Солнца, по этому аспекту сознания. Есть карма по аспекту сознания Венеры, там любовные, да, какие-то, например, отношения. И так далее, так далее, так далее. Например, этот мир назван Майей, да, или Самсарой, и кто-то запутывается, например, в энергиях Венеры, для кого-то это очень важно. Любовь, отношения, вот это. Там же и будут подобные вещи, связанные с чувственными, эмоциональными аспектами сознания, в основе которых лежит получение удовольствия. Это все понимается, природа, подобно тому, как мы сейчас разбираем природу бхавы, и нам в этом помогает знание классификации, да, кендер, пурушартхи, стихии. Подобным же образом природа каждого грахи понятна, исходя из его вот анатомии, можно сказать, которая заключается в гунах. В гунах, мы затронем позже эту тему, и в сопутствующих этому специфических качествах. И вот, например, Венера, она раджасичная, раджас в основе Венеры. Это значит, что любые проявления, создаваемые на основе Венеры, любая карма, создаваемая по линии грахи Венеры, то есть невозможно создавать карму вне грах. Карму создают только вот эти каналы грах. Подобно тому, как вы не можете взять кружку, если у вас нет органа соответствующего действия, то есть рук. Не можете вы ходить, там, да, если нет соответствующего органа. Не можете говорить, если нет речи, языка, рта. То есть таким же образом нельзя совершать какую-то карму, если нет для этого действующего вот этого фактора, коим являются грахи. И Венера по природе раджас. Раджас — это страсть, возбуждение. Это значит, что существо, которое создает карму Венеры какую-то, оно будет... То есть как можно опознать, что это венерианский? Что это действие венерианские. В них будет в основе парадигма раджаса и другие качества Венеры. Мотивация там ее и так далее. Вот всякие по описанию дальше планет, мы это поймем позже. И кто-то, допустим, в самсаре запутывается в этой венерианской энергии. И Венера в карте рождения покажет это.
Она покажет, в чем такая запутанность происходит, откуда она начинается, как она разрешается, эта проблема. Эта Венера будет стоять в каком-то бхаве. Ну, в общем, это уже другая тут немного тема. Вот Пуруша захватывается Грахой и как бы вот не может быть свободным. Вот как в случае с этой Венерой, например. Этот Пуруша переживает посредством грах. Грахи подобны таким вот органам, можно сказать, определенным. Пуруша переживает те или иные состояния, бхавы. И вот у нас есть свободное бытие, вот на картинке сейчас. Белый экран. И в определенный момент времени, допустим, вот здесь появляется какой-то знак, да? Четверка вот такая, например. Это у нас знак рака. И когда такое случилось, этот Пуруша начинает осознавать себя как рак. А если бы это восприятие, мы бы точку отсчета взяли этого восприятия не в этот момент, а через там 3-4 часа, то тут уже был бы следующий знак. И он бы ощущал себя львом. Что это такое? Это первый дом называется. Первый дом – это чувство меня. То есть, как вы видите, это чувство меня, оно не тождественно этому белому экрану. Это просто точка, откуда все начинается, рассмотрение. И на санскрите этот термин называется лагна. Вот это лагна. И первый дом является ощущением себя. На санскрите называется атман. Но Джьотиша конкретизирует это. И этот дом не называется атманом. Потому что в Ведах объясняется, что атман, чувствуя себя, да, на самом деле это брахман. Это означает на нашем языке нынешнем, что атман первый дом, да, что первого дома на самом деле как бы нету, как, то есть ты не первый дом. А ты на самом деле вот этот белый экран. Вот о чем свидетельствует выражение «атман» — это брахман. Поэтому первый дом не называется домом атмана. Первый дом называется домом тела. Потому что в нашей реальности мы ощущаем первый дом как тело. Вот мы все переживаем свободное бытие, вот этот белый экран. И в этом белом экране у нас есть тело. Вот это тело – это первый дом. И к этому телу мы привязываем вот это «я». Только лишь поэтому мы считаем первый дом домом атмана. То есть атман – это значит «я». Атман – это чувство себя. И это чувство себя у нас возникает
только лишь на почве того, что существует тело. И мы просто почему-то так считаем, что атман тождествен телу. Поэтому мы первый дом — это отождествление себя с чем-то. Это первый дом. Отождествление себя с телом. И с соответствующим характером. И это все показывает первый дом. Первый дом — это наше переживание себя. Например, если у человека много планет в первом доме, то он будет очень сильно привязан к переживанию себя, своей личности. Он будет думать о себе, работать над собой, изменять себя, приписывать все действия себе. То есть он будет очень сильно погружен в состояние личности, потому что много грах, захватчиков, вот, да, удержателей держат это сознание Пуруша на первом доме. Человек будет много внимания телу уделять, много внимания уделять своему характеру, своим интеллектуальным способностям или другим каким-то качествам, смотря какая там еще планета, да, например. Если у него Марс в первом доме, Марс его будет побуждать быть военным каким-то, потому что Марс захватил самый такой коронное место в карте. Захватил Пурушу, можно сказать. Отождествил Пурушу с собой, с Марсом в первом доме, если он стал. Так что первый дом — это чувство переживания как бы себя, чувство переживания тела, можно сказать. Но у нас такого нет. У нас нет чувства переживания тела. Ну, или, может, есть, не знаю, как сказать. Как бы у нас есть чувство переживания себя какого-то. А является оно, это чувство, чувством переживания тела или нет, непонятно. Вы можете сказать, конечно же, это переживание тела, да? Мы же чувствуем, типа, нервы. И вот и все, на чем основываться будет ваше утверждение, что мы чувствуем нервы. Или вы скажете, мы чувствуем нервы, мы чувствуем эмоции. Но это уже не первый дом. Нервы — это третий дом. Когда мы переживаем свои нервные связи в теле, это мы погружаемся уже в третий дом. Когда мы переживаем эмоции, мы переживаем там какой-нибудь четвертый дом. Или восьмой там, например. Когда мы переживаем чувство долга и гордости, и дхармы, идеи, да, мы переживаем девятый дом. Так что присмотритесь к переживанию нервных импульсов в теле и присмотритесь к переживанию первого дома. И поймите, о чем речь идет, что это разные вещи. И таким образом вы отстраните всякие ложные представления неверные и поймете, что такое первый дом. Первый дом — это вот только лишь лагна, что первый дом — это только точка, откуда мы смотрим. Первый дом, ну и эта точка, откуда мы смотрим, отождествлена с нашим телом. Это первый дом. Второй дом, следующий. Да, соответственно, если рак в первом доме, да, как у нас здесь, то есть знак, вы на данном этапе можете понять, насколько важен знак Лагны. Это невероятно важная вещь. Когда мы смотрим карту, мы видим знак в Лагне, нам с этого момента все становится понятно. Все, что нам нужно, чтобы понять другого человека, это просто знать его знак Лагны.
Просто знаки мы пока не проходили, это очень глубокая тема дальше будет. И уже потом, когда мы знаем знак Лагна, на это наваливается все остальное. Какие там, где планеты стоят и тому подобное. Вот в этой карте видно, что в Лагне стоит рак. Все, уже все понятно об этом существе. Водный знак рака, эмоциональный и так далее. Каждый знак, вот эти циферки последовательные, обозначают определенную как бы стадию эволюции, например, можно так сказать. Но все не так просто. Это не просто от 1 до 12. Там все эти знаки находятся каждый в своих подциклах. И то есть очень глубоко поняв природу и схему знаков, как все устроено, по знаку можно сразу понять очень многое. И вот если рак находится в первом доме, как здесь, значит личность будет чувствовать себя раком. Пуруша, точнее. Пуруша будет чувствовать себя раком. Пуруша будет вести себя как рак. У него будет психология, как у рака. Он будет искать безопасности, приюта, защиты, например. Рак. Если это другой знак, скорпион какой-нибудь скрытный, соответственно, Пуруша, ощущая себя скорпионом, будет во всем вести себя как скорпион. Точно так же, как рождается скорпион где-то там в расщелинах скал, да? Скорпион там появился на свет, вылупился. И что он начинает делать? Начинает вести себя как скорпион. Никто его этому не учит. Он начинает жалить там. То есть у него есть своя психология врожденная. Начинает жалить того, кто его притесняет. Он скрывается, да, залезает в какие-то там трещины, прячется и ведет соответствующий образ жизни. То же самое, вот абсолютно то же самое происходит с картой рождения. И все это определяет первый дом. Просто человек чувствует себя каким-то и в соответствии с этим чувством себя ведет. Если туда еще и планеты навязываются, там еще все добавляется, там по-всякому крутится. Вот это первый дом. И все то, что он обуславливает. Первый дом вмещает в себя много чего. Имеется в виду, вот если так вот простым языком, то там много чего. То есть первый дом, он как бы показывает, ну, в данном моем сейчас примере, в примере, который я сейчас начал, подразумевается, конечно, в первую очередь, если там какие-то планеты стоят, то он показывает как бы то есть первый дом. Ну, то есть у нас есть, например, работа, да, 10-й дом. Но если в первом доме встал Марс, например, этого уже достаточно, чтобы человек работал военным. То есть нам тут уже не важен там 10-й дом, не 10-й. Но это не значит, что если Марс встанет в первый дом, человек обязательно будет военным. Очень много других факторов есть. Разные планеты, связанные с профессией именно. Разные, ну вот 10-й дом связаны с этим, дома Артхи, да, все. То есть все в совокупности видится, учитывается, и это довольно как бы такой момент сложный, он как бы так просто сразу не дается, все это вот в купе. Это на примерах нужно видеть и постепенно как-то понимать, чувствовать, как, начинать, как это происходит. Но я здесь просто сейчас обращаю внимание, что первый дом много чего показывает.
Если у человека Меркурий там встал, то человек, естественно, будет как бы склонен к интеллектуализму. Если у человека там Венера встала, он, естественно, будет мягким. Но, естественно, будет хотеть удовольствий. Потому что эта Венера захватила первый дом личности. Как бы Венера в таком случае, она как бы вот, ну, захватила дом личности. Поэтому диктует из первого дома свои правила. Поэтому первый дом лучше, чтобы был пустым. Второй дом. Второй дом — это у нас Артха-Бхава. То есть это Бхава, в основе которого мотивация Артха. И Артха — это что-то существенное, как мы знаем, земляная стихия. Артха показывает лицо. Лицо — это в метафизике нашей то, как я показываюсь этому миру. Первый дом — это я. И я себя как бы ощущаю, знаю, можно сказать. Но первый дом — это вот одно, а вот как я себя показываю миру, или не обязательно я это специально показываю себя как-то миру, а как я выгляжу для мира, то есть какое у меня лицо, это зависит от второго дома. Второй дом показывает лицо. По этой логике, первый дом — это тело в совокупности, и как квинтэссенция этой совокупности — это голова, как бы череп. То есть личность — это как бы голова. Говорят, что если как бы человек без головы, труп, то его трудно опознать. Голова как бы воплощение личности. Таким же образом, лицо, второй дом показывает лицо. И лицо является как бы выражением принципа второго дома во всех смыслах, и более понятном, и в более тонком. В более понятном означает, что в более понятном означает то, что я сказал уже, что у нас есть личность и как бы есть ее внешнее выражение, как она предстает перед этим миром, как она выглядит. И естественно, что лицо — это принцип вот этого выражения. Если человек злой, у него будет злое лицо. Серьезный — серьезное лицо. И так далее. Но тут могут быть ошибки. Правильно ведь? При внешнем восприятии. Человек может, у него первый дом может быть очень добрый, например. Это значит, что личность, да, как бы схематично мы тут просто берем этот пример, как бы символически, можно сказать. Он как бы добрый, да, значит, человек. А лицо у него может быть захвачено злыми грахами, например. Конечно, все это имеет свою причину.
кармическую, которая карта рождения показывает, если начать это рассматривать в каждом таком отдельном случае и разбирать, то будет понятна причина, почему именно такое лицо, почему именно так выглядит. В более тонком понимании второй дом как бы является местом ресурсов. И лицо, оно как бы отображает ресурсы внутренние, да, существа. Под ресурсами подразумевается качество характера, да, или, например, знания. Например, в Упанишадах можно встретить неоднократно, ну и не только в Упанишадах. То есть можно встретить такие высказывания, когда один, допустим, человек, учитель, например, встречает спустя долгое время своего ученика и спрашивает его: «Послушай, сын мой, кто тебе поведал о Брахмане? Кто тебе передал это высшее знание? Потому что твое лицо сияет так, как у познавшего Брахмана». То есть лицо, оно как бы выражает все. Оно выражает внутреннее знание, да, внутренний ресурс, качество характера, как бы некое. И тут мы подходим к такому значению дома, как не просто лицо, а второй дом — это как бы ближайшая атмосфера вокруг человека, это его биополе, его аура. Как вы видите, второй дом рядом с первым находится. Поэтому если человек богат, вы можете об этом, он вам об этом может не говорить, но вы его видите, и вы прям понимаете, что человек богат. И это все будет выражаться по второму дому. Поэтому второй дом показывает одежду, показывает имидж, показывает манеры, ближайшие его манеры какие-то, показывает близкое окружение, семью. Второй дом показывает семью. В традиционном понимании это естественно. Это сейчас как бы раз на раз не приходится, но в традиционном понимании это естественно, что у богачей рождаются, ну, богачи. Ну, точнее, богач рождается в семье богачей. Правильно же? Потому что это все второй дом. А второй дом — это семья, второй дом — это внешность, имидж, репутация в обществе. Ну, то есть в обществе это условное название здесь. А в буквальном смысле, репутация в смысле, это вот она как типа вот аура его такая. То есть у него такая репутация, это его атрибут, как бы, понимаете. Второй дом — это дом атрибутов, дом украшений, дом лица, дом внешности, дом речи. По речи можно все понять, да? Вот эти вещи, которые мы выше перечисляли. Как я уже раньше приводил пример, второй дом показывает, то есть это дом пищи, это дом знаний, дом менталитета, дом семьи, дом характера, потому что это все является как бы атрибутами, сопутствующими личности. И поэтому человек рождается в какой-то местности, и он будет, значит, говорить на этом языке, второй дом, речь. Он будет на мир смотреть таким определенным образом. Он будет есть пищу. Да, если он в семье рыбака родился, он будет рыбу есть. Если он в семье вегетарианцев родился, он будет вегетарианцем.
И выглядеть он будет, соответственно, своей семье, своему положению, своему достатку. Потому что второй дом – это дом материального капитала. То есть это дом имущества, финансов, ресурсов, там дрова для печки, там, да, для какого-то вот обогрева. Второй дом это вот одеяло в кровати. Ну, то есть второй дом это как бы вот одежда. Это одеяло. Это толщина стен дома, состояние дома, комфорт дома. То есть дело не в доме и не в одеяле. Я просто вот пытаюсь передать именно бхаву. Второй дом очень разнообразный. Поэтому они все как бы так или иначе взаимосвязаны. Все, что я объясняю, я показываю вам здесь логику, но вы можете заметить, что она очень разноракурсная, как бы, эта логика. Второй дом, он очень такой, весьма обширный. Так что второй дом, это не только деньги. Второй дом это пища, буквально, да. Это атмосфера. То есть, если у человека второй дом какой-то черный, там Сатурн, Раху, Марс, о чем это говорит? Кто скажет? Что вам на ум приходит, если Сатурн, Раху и Марс во втором доме? То есть такие прям все так по злому. Плохая испорченная еда, рваная одежда, бездомный бандит. Худое лицо. Совсем не обязательно. Есть много других нюансов, которые могут быть. Сухая речь, нет, тоже не обязательно. Речь может быть очень экспрессивная. Но сказать можно точно, что какая вокруг этого человека будет атмосфера, понимаете? Он будет везде с собой таскать склочность и конфликтность. Вот именно я бы здесь выбрал слово склочность. То есть вот чуть что, обязательно где-то кто-то что-то зацепится, поссорится. То есть даже там в магазин за хлебом нормально не может сходить. Обязательно с кем-то где-то нужно вот понегативить. Хотя он может этого не хотеть, это просто так получается. Почему, спрашивается, такое происходит? Карма прошлых жизней. Теперь за тобой, как эти, как призраки, ходит эта аура. И со всеми вот человек вот в таких отношениях. Соответственно, он. Но психологически это выглядит так, что, конечно, он вырос в такой семье, в которой, да, ругались там без конца. Так что второй дом также связан с этим периодом времени, да, вот когда менталитет формируется, когда формируются вкусы. Второй дом это дом вкусов. В самом широком смысле вкусы. Вкусы просто ко всему, не только к еде. И в психологическом плане вот человек, конечно, в такой семье родился, он соответствующую еду ел, соответствующие гуны качества на него воздействуют. Все это тамас, Сатурн, Раху, Марс, все это тамас. Невежество. Вот. Ну и вот сформировалась такая как бы, да, личность, вот менталитет. Хотя он сам по себе может человек быть неплохим даже, потому что второй дом это только лишь второй дом.
у человека может быть здесь экзальтированный Юпитер, допустим. То есть очень сильный Юпитер в первом доме, очень мощный благодетель. И он, кстати, будет за счет этого, но это совсем уже другая тема, далекая, но, конечно, он будет много нейтрализовывать негатива. Но за ним будет как вот такое кармическое такое проклятие, можно сказать, его собственное, понимаете? Что вот, раз ты там ссорился со всеми в жизни без нужды раньше, ну и тогда ссорься дальше, получай. Живи всю жизнь в ссорах. И вот теперь человек ходит, и у него соответствующее лицо, сразу как только его видят, все, ругаться с ним все сразу хотят. Он прям провоцирует все на эти склочные вещи. То есть я хотел просто здесь обратить внимание, что это атмосфера, это аура. И, конечно, все остальное как бы здесь тоже можно увидеть, что что связано с его едой, что связано с его одеждой, что связано с его там прочими факторами. Но я попытался вам как бы продемонстрировать способ видения более такой тонкий, основанный на восприятии бхавы. Что ты понимаешь, что бхава — это вот специфическая, второй дом, да, второй бхава, специфическая такая атмосфера, аура. С 12-м то же самое. 12-е это тоже будет что-то вроде этого. В плане атмосферы. Они, видите, по бокам стоят. Но второй дом — это внешность. В то время как 12-й дом — это подсознание. Это внутреннее, скрытое. Поэтому поэтому что из этого важнее для Пуруши? 12-й дом, конечно, важнее. Второй дом — это земляной. Как мы выяснили, да, это внешние атрибуты, это то, как с точки зрения элемента Земля все выглядит, то есть внешность, физическая реальность, так скажем. В то время как 12-й дом — это водный, водная стихия, да, по нашей вот той условной классификации. И это атмосфера, которая сопутствует человеку постоянно, как бы, внутри. Он внутри всегда будет чувствовать, если тут какие-нибудь Луна, Юпитер, Венера, да? А во втором доме вот так, а здесь вот так, например. Ну, соответственно, человек будет чувствовать вот эту поддержку этих планет изнутри, из подсознания. Они как бы всегда вот за спиной будут. Второй дом — это лицо, соответственно, это перед нами, да, наша атмосфера, вот впереди мы постоянно в ней находимся, с ней таскаемся, а 12-й дом, соответственно, сзади будет. Мысли откуда приходят из подсознания? Как будто бы вот сзади, да, из затылка там откуда-то выплывают на передний план. То есть вы здесь должны сейчас понять, что 12 домов являются не условными какими-то схемами, которые просто вот кто-то придумал,
И мы по ним просто вот, как бы у нас, кто-то их придумал, все у нас по ним совпало, и мы ими теперь пользуемся. Нет, это именно кое-что очень существенное. Все эти 12 бхав – это конкретно разные переживания, которые вы должны вот распознать. Чем четче вы их ощутите и обнаружите на примере своей опыта, своей жизни, тем будет лучше. Дальше третий дом. Третий бхава – это бхава контакта, соединения. Это процесс оперирования в реальности посредством подключения к ней через что-то. Подобно тому, как мы сейчас контактируем друг с другом в одной интеллектуальной плоскости, при помощи интернета, при помощи компьютерной мышки, клавиатуры, ноутбука, телефона, сотовой связи. Все это третий дом. Во внешних проявлениях это третий дом, но принцип в нем это вот этот коннект. И вот это подключение, подобно тому, как это происходит сейчас через интернет и средства, приборы коммуникации, да, технику, подобным же образом индивидуум, вот этот, Пуруша, если он через третий дом функционирует, то он, подключается. Подключается через мышцы, через нервы, через мысли. Процесс коннекта. Очень четкое ощущение. Процесс соединения. Например, ну, поэтому третий дом показывает информацию. Информация. То есть, допустим, вы сидите где-то 50 лет назад в глухой деревне. И знать вообще ничего о мире не знаете. Что там, где делается. Ваш мир состоит из вашего поля информационного. Вы там пасете коров, там коз. У вас есть какие-то там свои проблемы, типа надо там крышу там починить, что-то приколотить доску, да? Это вот ваш третий дом, ваш коннект, ваш мир. Вы к своему миру, вы в своем мире функционируете по вот этим дорожкам, каналам. Это третий дом. Вот эти каналы всякие, такие схемы интеллектуальные. Что ваш мир это такой канал, вот типа проблемы с тем, что крыша течет. У вас к этому есть разные ответвления. Там есть доска, есть звонок соседу, который в этом разбирается. Есть молоток там, есть там еще что-то. То есть очень четкая схема. Это не абстрактное какое-то переживание. Там все очень четко. Очень четкая схема, микросхема. Помимо этого у вас есть еще какой-то канал, связанный там с другими делами, связанный там с каким-то прудом там, который у вас за домом, то есть какая-то местность, то есть какая-то информация, какое-то представление. А вы как бы это отображение вашего вот этого контакта, коннекта с внешней как бы реальностью, так скажем. Но тут к вам приходит газета.
Вы идете на почту, это третий дом, все. Идете на почту, берете газету, читаете газету и подключаетесь совсем к другому пространству. Вы подключаетесь там к тому, о чем там говорится. Вот этот процесс подключения и последующего разветвления картины мира и функционирования в этой картине мира, поэтому третий дом показывает дом действий. Он соответствует рукам Пуруша. Руками мы что-то делаем. Руки — это орган для делания. Это все показано третьим домом. И третий дом вмещает в себя очень-очень много всего. То есть это коннект. Это мысли. Это потоки информации. Вы можете к ним подключаться, а можете к ним не подключаться. Это очень конкретное действие. Теперь вы едете в автобусе. И начинает играть какая-то дурацкая музыка. Или какой-то бессмысленный какая-то бессмысленная речь с ненужной вам информацией. Вы можете подключаться к этому, а можете не подключаться. То есть вы можете слушать, а можете не слушать. Можете вместо того, чтобы слушать, отвлечься на свои мысли. Правильно? Начать размышлять и думать. Это тоже третий дом. Третий дом — это функционирование интеллекта. И связь последующая через нервы, органы восприятия. Иными словами, вы в более истинном смысле, это связь с чем-то через каналы праны, движение в каналах праны, сознание на пране. Прана сравнивается с конем, на этом коне путешествует ум. И эти каналы праны, то есть могут унести ум, куда вы, так скажем, пожелаете в рамках доступной вам информации. Вы не можете подумать о том, чего вы не знаете. Если я вас попрошу ощутить свой большой палец на правой ноге, то вы это сделаете. Вот если вы это еще не сделали, то сделайте это. Ощутить свой большой палец на правой ноге. И вот вы по этим каналам, вот ваша реальность поменялась, да, вы подключились к своему большому пальцу. Если я скажу сейчас, подключитесь к своему затылку, к своей шее, к своему уху, своему пупку, животу, носу, глазам, лбу. Вы будете путешествовать по вот этому пространству нервному. Это третий дом. И таким же образом подключение происходит со всякими другими жизненными обстоятельствами. Поэтому третий дом — это вот состояние, это переживание, ощущение вот этого контакта. И все сопутствующие этому, конечно, атрибуты. И это очень много всего. Ручка, которой мы пишем на бумаге, сама бумага,
буквы, символы, цифры, слова, мысли, ну, как бы, планы, в смысле, что, ну, как бы, мысли, действия. Как вы совершаете действия? Вот вам надо встать и пойти. Как вы это делаете? Это состояние коннекта. Понимаете? Чтобы вам встать, пойти в другую комнату, вы нажимаете на кнопку в интеллекте, и он делает уже привычную эту работу, он умеет это делать. И вы легко встаете и идете. Но в детстве вы это не умели делать. В детстве вы налаживали этот контакт. В детстве вы налаживали вот эти связи, цепи, чтобы организм научился понимать, что если атман говорит, я хочу пойти вот туда, сделать три шага ногами вперед, то значит тело должно делать вот так вот. И шаг за шагом вас учили ходить. Сейчас вы научились, вы легко это делаете. Это все вот этот коннект третьего дома. Поэтому третий дом и ходьбу тоже показывает, и совершение любых действий он показывает. Поэтому третий дом — это очень важный дом. Это очень важный дом, потому что он создает карму. Третий дом создает карму. Третий дом — это процесс совершения кармы. Под кармой здесь подразумевается действие. Третий дом — это совершение действий. Поскольку это дом совершения действий, то по третьему дому мы понимаем манеру этих действий, характер этих действий. Соответственно, мы понимаем характер этого существа. Третий дом — это дом характера. Какие планеты в третьем доме стоят, такой у человека и характер. А как это проявляется в мире? А так это проявляется в мире, что третий дом — это дом коммуникаций, да? Ты — это одно, а я — это другое. Мы с тобой контакт, соединяемся. И когда мы соединяемся, я обнаруживаю, что у тебя в третьем доме, а ты ощущаешь, что у меня в третьем доме. Если у кого-то из нас в третьем доме очень все агрессивно, то тот другой человек на том конце провода будет все это ощущать. Если у кого-то в третьем доме Солнце, Марс, такой очень кшатрийский, военный, то человек это будет ощущать. И если тот человек, кто это будет ощущать, ему Солнце и Марс не по нраву, в силу его совсем другой какой-то карты рождения, что он личность совсем другая, например, Дева. Для Девы Марс является самым злым грахом. Для Девы Марс — это самая жесткая энергия. Дева Марс очень не любит. Потому что Марс для Девы управляет самыми злыми домами. Соответственно, для Девы, такой типичной Девы, взаимодействие на уровнях Марса будет очень проблемным. Она, если у кого-то в третьем доме Марс, и он начнет делать коннект с Девой, то Дева, как только совершит это присоединение, сразу захочет его разорвать и закончить, потому что там Марс начнется. Она боится Марса как огня, будет убегать от этого. Но если тот же самый человек с Марсом в третьем доме коннектится с кем-то, у кого там, с каким-нибудь львом, для которого Марс — это очень, как бы, хорошая планета, занимает особый статус хорошей планеты,
То есть это кшатрия, как бы, понимаете, контактирует. Военный контактирует с другим, как бы, военным. Или кшатрием, или политиком, да. И они хорошо будут друг с другом себя чувствовать в рамках своей вот специфической линии взаимосвязи. Ну, тут мы немножко так частно придумали, что-то поглубже затронули. Суть в том, что третий дом — это коннект, это контакт в самом таком глубоком и широком смысле. И это вот я сейчас почесал голову себе. Это третий дом. Это как бы нервы, импульсы, которые спонтанно продуцируются существом и выходят вот. То есть без третьего дома невозможно ничего. Это каналы, по которым все происходит. И поэтому он показывает все вот соответствующее этому. Это железная дорога, просто дорога, да. Это связи нейронов, схемы в компьютере, нервы, соединительные ткани, легкие, контакты между людьми, договоры, общение, болтовня. Это третий, это этот, кама, бхава. Болтовня. Болтают зачем люди? Для удовольствия. Как бы. Ну, то есть это не то, что, да, это не удовольствие, но это кама. Это просто вот болтают только для камы. Для удовольствия, как бы. Просто так, да, как говорят. И третий дом — это и газеты, и интернет, и буквы, как я говорил. Буквально буквы. То есть вот у нас чат есть, беседа, да, там вот вы написали что-то. Мы же умеем читать это. Мы это читаем при помощи третьего дома. Мы знаем, какая закорючка, что обозначает, какое слово получается, что это слово обозначает, что означает это и так далее, и так далее. То есть мы понимаем буквы, слова, предложения, смыслы, глубокие смыслы, контекст еще при этом есть. Короче, очень-очень много всего. Мы все это понимаем при помощи третьего дома. Соответственно, третий дом плохой, будут проблемы с пониманием. Проблемы с коммуникациями. Человек плохо соображает. Потому что третий дом — это дом соображения. Третий дом — это дом, вот именно то, что ключ поворачивает, чтобы мотор реветь начал. Если проблемы с зажиганием, то как бы все будет работать через пень-колоду, как говорят. Это соображение, потому что он показывает скорость как бы интеллекта, скорость движения праны в теле, скорость движения праны в уме, в интеллекте, сообразительность, мыслительный процесс, способ мышления, стиль мышления, стиль поведения, стиль общения, манеры характера, манеры действий, потому что, поэтому манеры характера. Названия, имена. Каждого из нас как-то зовут. У нас есть имена. Это тоже третий дом, просто название. Я говорю там Кирилл, да? И Виталий понимает, о ком идет речь. То есть все, что происходит, это вот постоянно вот этот контакт, коммуникация. И мир человека, то есть, очень сильно зависит от вот этой коммуникации. Если вы себя погружаете в какое-то информационное поле, вы живете в этом информационном поле. Если вы себя туда не подключаете, это, тогда вы в этом не живете. Соответственно, резонно задуматься над тем, а я к правильным вещам подключаюсь вообще? Мне оно надо?
Прогулки, перемещения, поездки. Это третий дом тоже. Какие-то поездки. Мы же как едем? По дороге куда-то, да? Это сообщение, как бы связь. Перемещение, движение, совершение действий, да, руки, ноги ходят. В общем, это много всего, видите. Всего не перечислить. Но вы должны понять вот все вот эти нюансы состояния. На третьем доме очень легко понять, что такое бхава. Если вы поняли вот все, о чем мы тут сейчас, то вы поняли, что такое бхава. Вы ощутили вот этот. Что бхава — это то, куда пуруша погружается. Понятно? Вот это сознание, белый фон, то, куда пуруша погружается. Это бхава. Бхава — это временное как бы переживание, так скажем. Пуруша всегда занят какими-то вот этими временными переживаниями. Это называется самсара. А нирвана — это когда пуруша выходит из всех временных переживаний и остается только белым листом вот этим. Есть вопросы какие-то по пройденному? В моменте несколько могут быть переживаний. Но под переживанием имеется в виду бхава. Правильно же. Может переживаться несколько бхав сразу. Но, ну, хотя, надо подумать. Может быть и нет. Ну, то есть, если буквально прям вот момент, да, то есть, если прям буквально взять вот мельчайший, да, один бит, один пиксель, да, во времени, то есть прям очень-очень прям какое-то маленькое деление, наверное, все-таки нет. Наверное, переживаться всегда будет как бы что-то вот... Ну, в общем, затрудняюсь ответить, вот так скажем. Ну, по моим рассуждениям, вы поняли смысл в любом случае. Лагна всегда переживается, вопрос. Лагна нет, переживается не всегда, конечно же. Когда вы переживаете седьмой дом, например, да, в отношениях с противоположным полом, допустим, это седьмой дом, вы переживаете седьмой дом, и вы переживаете тот знак, который у вас там работает, который там находится, и те планеты, которые, ну, то есть вся картина, которая там есть. То есть тот знак, который у вас в седьмом доме, показывает, как вы себя ведете с противоположным полом. Потому что вы, если хотите взаимодействовать с противоположным полом, вы не можете это делать из другого места. Вы можете это только на уровне седьмого дома делать. Если вы взаимодействуете с братьями, сестрами, то же самое, третий дом. Третий дом — это братья и сестры. А лагна переживается только в момент, когда переживается первый дом. Тот знак, который там и так далее. То есть мы сейчас, то есть тут просто немножко вы можете усложнять начать. Тут у нас сейчас пока все просто. Мы просто дома, как переживания домов обсуждаем. Что когда ты в какой-то дом погружаешься, это точно этот дом. То есть тут пока не надо усложнять, там пытаться выдумать какую-то там картину, как все это происходит. Все происходит очень просто. И мы здесь об этом говорим. Есть какой-то бхава, и этот бхава переживается. Вот оставьте так. Разве вам еще что-то надо? Ну, там просто суть в том, что там больше нет ничего.
То есть все остальные какие-то там пояснения, они такие немножко надуманные, то есть второстепенные. Ну все понятно, да, я думаю. Значит, четвертый дом. Четвертый дом. Это, как мы знаем, сукха-бхава. Соответственно, состояние счастья или состояние комфорта. Это в теле область груди, область сердца и солнечного сплетения. Я примерно пытаюсь как бы чуть там. Это центр туловища. Этот центр туловища является домом, где сидит живая душа. Искра сознания в теле сидит там. Это не значит, что есть какой-то независимый физический мир, в который приходит какая-то душа, прилетает и в какую-то материю входит, и в этом физическом мире ходит, а потом из этого физического мира уходит. Это значит просто, что в проекции реальности, так скажем, это предстает таким образом. И это факт. И живое существо сидит вот в этом месте в теле. Оно сидит в центре туловища, в груди. Ну, как я описывал. Солнечное сплетение чуть выше, капельку выше. А может и не выше. Солнечное сплетение. И вот это показано, это как бы дом живого существа. Правильно? Оно в нем живет. И четвертый дом показывает дом, как мы знаем. Он показывает недвижимость, он показывает жилье. А применимо к телу он показывает вот это место. И все это является бхавой, дающей безопасность, правильно? Прибежище. И если живое существо, то есть как называется четвертый дом? Сукха-бхава. Как я сказал, это дом счастья. Ну, бхава, давайте так, да? Бхава счастья или бхава комфорта. Сукха значит счастье, которое, естественно, означает комфорт. И когда существу комфортно, оно испытывает счастье. И тогда вы чувствуете, если прислушаетесь, что в груди все спокойно. А когда вы начинаете испытывать переживания, то вот это вот внутри что-то, в этом вот месте, в груди, да, в четвертом доме, оно начинает беспокоиться и метаться, и бегать туда-сюда. Там как бы ветер начинает ходить туда-сюда, вы начинаете испытывать боязнь, страх, неуверенность, то есть метание, называется душевные метания. Это и есть четвертый дом, когда он как бы испытывает вот проблемы. Это переживание четвертого дома. Просто это, как бы, так скажем, негативное переживание четвертого дома. То есть душа страдает, да, мы говорим. Душа страдает означает, что вот, вот эта штука в четвертом доме бегает. Вот эта в груди вещь, она носится туда-сюда, страдает, места себе не находит, волнуется, беспокоится. Понимаете, все, о чем я? Напишите. Все знакомы с переживаниями? Все согласны, что так все происходит? Поэтому четвертый дом называется домом счастья, домом спокойствия, домом комфорта.
Вы можете понять на этом примере, насколько это важно. Четвертый дом невероятно важен. Самая чувствительная кендра. Почему? Потому что мокша бхава по природе водная, эмоциональная. Седьмой – это кама бхава. Десятый – это артха всего лишь. А первый – это дхарма. Первый с точки зрения судьбы намного важнее четвертого, конечно. Потому что это дхарма, основа такая твоего жизненного пути. Ты можешь там страдать, переживать, метаться. Но если судьба уготована счастливая, все-таки в конце концов все будет в порядке. Но с точки зрения субъективного переживания, ничего более важнее четвертого нету. Может быть, внешне ужасные обстоятельства, но если на душе все спокойно, и ты не боишься, и никаких нет волнений, то ты будешь счастлив. И вот поэтому-то оно и называется мокша-бхава. Дом и состояние освобождения. Что с тобой случится, если ты вот в таком состоянии? Что тебя может расстроить, если тебе невозможно, как бы, если ты вот полностью счастлив вот так, очень глубоко умиротворен, и тебе очень комфортно, конечно, от этого. В таком состоянии многие находились тибетские монахи, йоги, ламы, которых в тюрьму посадили китайцы, когда с коммунизмом пришли и Тибет терроризировали. И многие из этих тибетских лам были в заключении 20 лет и жили счастливо. Насколько это вообще возможно, конечно. Конечно, там было очень неприятно и нехорошо. Но я пытаюсь объяснить здесь, что это состояние комфорта. Потому что ты не тело. Ты сидишь в нем. Некоторые уходили, покидали это место, покидали тело. Потому что тибетские йогины практикуют перенос сознания, которое у них называется пхова. Это когда душа вылетает из головы, из канала на макушке. Ну и куда-то дальше там летит, что она там хочет делает. И ну вот есть одна история. Двух йогинов взяли под конвой и вели уже вот как бы куда-то там, да, может расстреливать, может там в тюрьму, не знаю. И на привал, как только остановились, они уже много-много прошли, и остановились на привал, сделали там, ну, солдаты вот эти, да, сделали костер поесть, то все. И эти йогины сговорились, и они сидят, а у них при пхове они кричат один звук, биджа мантру одну, в момент вылета. Они кричат и с этим криком вылетают. Как бы, ну, они кричат и прану как бы толкают. И эта прана... То есть у нас вот эта вот душа в четвертом доме сидит, она поддерживается ветрами, пранами. Разными пранами. И когда йогин хочет переместиться, он эти праны втягивает в себя. И эти праны его выталкивают. Ну, то есть это нужно уметь управлять праной. Таким же образом, третий дом контакт со всем телом делает. Душа сидит в четвертом доме в груди, и от нее, как вот от солнца лучи солнечные исходят, также от души исходит энергия жизни, праны. И эта прана по каналам в теле распространяется, и вот докуда эти каналы, вот протяженность... На какую протяженность простираются эти каналы, по ним прана растекается, вот докуда эта прана доходит, все это возможно ощущать. То есть мизинец, да, там ноготь, там
То есть самый дальний уголок тела чувствуется. По этому примеру мы можем понять, что в волосах праны нету. И в ногтях праны нету. Волосы и ногти — это кету, что-то неживое. Туда прана не добирается. Но во всех остальных местах прана есть, и мы все это можем почувствовать. Ну, кости, да, там эти зубы. Мы зубы чувствуем только до того момента, докуда канал доходит, нерв. Нерв — это канал, это есть... Нерв — это есть канал, по которому прана движется. И, соответственно, когда эти каналы засоряются, происходит проблема. Когда эти каналы чистые, прана движется свободно, и поскольку прана — энергия здоровья, то тело здорово. И... Вот душа сидит в четвертом доме, и вот распространяется через каналы это третий дом. То есть она соединяется с разными участками тела. А когда йогин втягивает, вот именно из-за того, что прана вот так разлита по телу, вы ощущаете тело. А если начать совершать практику йоги и... втянуть каналы, втянуть прану как бы в себя назад. Ну, это при помощи внимания просто делается. Это медитация называется. То тогда прана втягивается в атман, вот в эту душу в четвертом доме, которая сидит. И тогда тело не ощущается, потому что прана вернулась на место. И вот подобным образом при помощи этой праны они... делают такой вот ее взрыв, кричат «пад!» и с этим звуком вылетают. И вот они сидели. Ну и вот, то есть, вот эти солдаты вот это и увидели. И вообще не понимали, что это такое. Но с точки зрения обычного человека, это как бы просто смерть. Самоубийство такое. То есть... эти йогины просто сидели и внезапно крикнули «пхат» и умерли, заживо упали. Но они просто вышли из тела, что ну его, не хотим страдать. А кто-то так не делал и оставался в теле и жили спокойно. Даже в таких ужасных условиях, где там им и поесть толком не было ничего. Четвертый дом. Четвертый дом — это место, где находится душа в теле. И, конечно, уже дальше четвертый дом имеет все остальные атрибуты. Что это наша недвижимость, наш дом, наш комфорт, мягкий диван, теплая там кровать, очаг, что самое важное, четвертый дом, очаг. То есть тепло в доме. От тепла зависит ваш комфорт на все 100%. Когда у вас в доме нету там отопления, да, и за окном уже холодно, то дома некомфортно, правильно? Нету счастья. Потом тепло появляется, все, хорошо становится. Потому что тепло — это Бог. Тепло — это и есть Бог. И, соответственно, раз это комфорт, то четвертый дом — это и роскошь тоже. А поэтому автомобиль — это четвертый дом, потому что это роскошь, комфорт, средства передвижения — тоже четвертый дом. Но это как бы дом на колесах, да? Там, раньше это лошади, да, были? Вот, четвертый дом — это склад. Если вы вдумаетесь, то вы поймете, что ваш дом — это склад. Вы просто там храните вещи. У вас есть имущество, много всякой всячины. Вы эту всякую всячину храните в каком-то месте. Вот это четвертый дом.
Это склад. И точно таким же образом это склад, потому что четвертый дом – это ваш ум. Четвертый дом – это ум. Потому что вот эта душа, которая сидит там в сердце, душа, которая в груди сидит, это и называется умом. Ума никакого как бы нету. Это все одно и то же. Это просто сознание. И ум – это четвертый дом. Соответственно, четвертый дом плохой, значит, ум тоже плохой. А раз ум плохой, нет спокойствия, нет счастья, нет комфорта. А раз это так, то и на внешней реальности с домом, недвижимостью, жильем, комфортом проблемы. С матерью проблемы, с родственниками проблемы. Это все четвертый дом, мать, родственники. И здесь нужно важную ремарку сделать, что это все не взаимосвязь, как я ее сейчас описывал, что, мол, проблемы с умом, поэтому проблемы соответственно, типа на внешнем уровне с недвижимостью, да? Нет. Это джиотиш именно, то есть реальность, она именно такая, какая в небесной перспективе. То есть реальность – это именно карта рождения. В зависимости от того, какая у тебя карта рождения, такой у тебя и ум, такая у тебя и мама, такое у тебя и счастье, такой у тебя и комфорт. Все зависит от кармы, все зависит от карты рождения, все зависит от четвертого дома. Это именно та схема, посредством которой будет переживаться реальность. Ну, то есть вы поняли, не поняли, я не знаю. То есть вот смотрите, у нас не так, что типа вот фактор ум, да, типа, допустим, счастливый ум, да, и поэтому стрелочка идет. У человека этот хороший дом, и поэтому у человека хорошая мама, да. Ну, а это типа ум, да? Нет, это не так. Здесь совсем другая причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь вот такая. Четвертый дом вот такой, из-за того, что четвертый дом вот такой вот ум, вот такое счастье, комфорт, вот такая недвижимость, вот такая мама. От четвертого дома все зависит. Реальность, она именно такая, как в карте, как Джиотиш показывает. Это не просто схема со стороны. Это именно самая вот настоящая реальность. Реальность, она как бы астрологическая, если так можно сказать здесь. И четвертый дом, он связан вот с этими всеми вещами. Это психология, это ум. И все, что дальше с этим связано. Про комфорт я объяснил там уже. То есть вот такая чувствительная точка. И Бхава четвертый. Теперь внимание. Вот опять вернемся. Вот то, что я рисовал, вот эти, да, причинно-следственные. Вот это четвертый Бхава. Источник, да, вот этих вот. Счастье, ум, недвижимость, мама, комфорт там и так далее. Вот этот четвертый дом переживается в каждом из вот этих случаев. Чтобы такой человек не переживал отношения с мамой. Вопросы недвижимости, жилья и безопасности. Психологического комфорта, счастья. Вопросы как бы ума, то есть как бы что спокойный ум или добрый ум или злой ум, деятельный человек или какой он, то есть вот какой у него ум. И все другие показатели, на санскрите это называется карака. То есть то, через что действует, переводится буквально карака. То есть есть у нас четвертый бхава, и карака – это то, через что этот четвертый бхава действует.
или проявляется, показывает себя, да? По каракам мы можем свидетельствовать о состоянии четвертого дома. То есть, если вы видите, что человек по жизни там какой-то в депрессии, загнанный, страдает без конца, поэтому внешнему фактору, даже не видя карту человека, можно предположить, что, возможно, у него четвертый дом испорчен. Возможно, ну и там дальше по каракам планеты надо понимать, какая планета действует. Если это какое-то безумие, сумасшествие, как у Рама Кришны, например, пример у нас был, то это Раху. Если это какой-то гнет, депрессия, долги, обязанности, там, ну, в общем, долго описывать, то есть Сатурн, да, то это Сатурн. Если это там гнев какой-то, да, там, или принципы, которые мешают жить человеку, это вот какие-нибудь Марс, Солнце. Караки, то есть. И когда какой-то карака переживается, этот переживается состояние этого бхавы. И человек каждый раз в этого бхаву погружается, именно в такого бхаву, каков он нарисован у него в карте рождения. То есть в каком состоянии четвертый дом в карте рождения у него. И он при всех этих переживаниях будет испытывать как бы одно и то же. Это все одно и то же будет в основополагающем фундаменте циклиться и переживаться на почве и основе того, что заложено в переживании четвертого дома. А это чувство безопасности и комфорт, счастье. Вот спокойствие, как бы, да, чтобы сердце не металось. Если у человека проблемы с жильем, недвижимостью, он не знает, где жить. Он будет, как бы, душа будет метаться внутри, переживать. Если проблемы в отношениях с родственниками, то же самое будет. Если проблемы с транспортом, там машину поцарапали, то же самое будет. Если проблема с умом, депрессия, то же самое будет. Если проблема с счастьем, просто неудовольствие какое-то человек испытал. Что-то он хотел, и вот почти получилось, но тут обломалось прямо перед носом, и он расстроился. То же самое. Доходит до вас сейчас про четвертый дом, понимаете? Что во всех этих случаях будет вот это переживание души вот в четвертом доме, которая сидит и вот испытывает что-то. Вот это переживание четвертого бхава. Четвертый бхава – это безопасность. Это очень важный параметр. Зачем вам дом с этой точки зрения? Дом для того, чтобы безопасность чувствовать. Если у человека с домом какие-то проблемы случились, там, какие-нибудь воры, там, грабители, да, имущество, там, это же склад, да, имущество там какое-то забрали, человек будет переживать. Что будет переживать? Четвертый дом будет переживать. Будет переживать страдания в душе. Таким образом, карма четвертого дома может быть отработана через эти разные вещи. Если человек причинял боль другим, например, имеется в виду, заставлял их душевно переживать, да? И это прям конкретная негативная, целенаправленная, вот плохая такая карма. Вполне естественно, если он ее будет отрабатывать через вообще разные караки вот эти. То есть караки не важны в этом плане, здесь, в моем сейчас примере. Важно заставить человека испытывать четвертый дом в негативном контексте. Именно специфическое, конкретное, определенное чувство душевного метания. И наоборот, благоприятная карма по четвертому дому означает умиротворение, спокойствие, удовлетворенность, счастье.
И все эти карки, недвижимость, отношения с родственниками, мама, семейный очаг, тепло в семье, доброта и прочее, нужны в его жизни только лишь для того, чтобы он переживал позитивную карму умиротворенного ощущения души, вот как бы, чтобы чувствовал счастье. Поэтому карки являют функцию внешних проявителей. А смысл всех этих карок, неважно, о каком доме речь идет, заставить человека переживать определенный бхаву. И те факторы, которые заставят его переживать какой-то бхаву, это грахи. Грахи заставят переживать ту или иную карму, соответствующую их энергиям, погружая сознание через свою призму в того или иного бхаву. Понятен смысл? Есть ли у вас вопросы? То есть очень важно, чтобы вы поняли все, что мы сейчас тут проходили, что у нас речь идет о том, что показывает реально карта и джиотиш, что это вот эти переживания. Вам нужно их распознать, потому что реальность только из этого состоит. Больше ни из чего она другого не состоит. Все карки — это просто атрибуты определенных состояний и переживаний. Всякие интернеты, телефоны, компьютеры и прочие сообщения — это просто карки для это просто карки, да, это средство просто для того, чтобы переживать коннект, состояние коннекта. И карма, то есть вся карма, которая совершается, накапливается, отрабатывается, она вся совершается, отрабатывается и накапливается на вот этом уровне переживаний. Хорошо, если вам все понятно, мы на этом тогда закончим сегодняшнее занятие. И сразу напишите, если завтра мы проведем занятие, кто из вас сможет. Хорошо. Тогда завтра, а во сколько, я позже напишу, как обычно. Все, вопросов нет, поэтому до свидания.